Недавно созданный Совет по культуре сегодня собрался в областном правительстве. Это коллегиальный орган, объединяющий творческие союзы представителей театров, оркестров, художников и литераторов. Мы говорили о болевых точках, которые они назрели, которые хотелось бы решить, и не только решить в год театра, но и, так сказать, на протяжении долгого времени, потому что эти болевые точки касались того, как найти средства для решения первоочередных проблем для фестивалей, для спектаклей. Это кадровые вопросы, это необходимость строительства жилья. Сегодня звучали вопросы об ипотечном кредитовании, льготном ипотечном кредитовании, что очень важно для наших работников культуры, независимо от возраста. Совет призван определить приоритеты и порядок выполнения национального проекта «Культура», понять, как лучше освоить 1,5 миллиарда рублей, которые в следующем году выделяют на эту сферу из федерального бюджета, и помочь достойно провести год театра. Он ждет нас в 2019-м. Что касается предварительных итогов этого года, то в 2018-м увеличили финансирование Новосибирского художественного музея, добавили денег библиотекам и оплатили гастроли 3 театральных коллективов. В каждом районе в обозримом будущем планируют открыть кинотеатр. 500 000 000 рублей пустят на реконструкцию 3 театров, в том числе «Глобуса». Именно нацпроект «Культура» – самое масштабное дело на обозримое будущее. И сегодня губернатор поделился особенностями разработки этого нацпроекта. Совершенно новый формат, предложенный администрацией президента и аппаратом правительства. Это формат, когда в реализации крупных стратегических задач общероссийских активное участие принимают руководители регионов. И мы этим постараемся воспользоваться.